Всем доброе утро. У меня сегодня такая большая распаковка из магазина Wildberries. Я заказала одежду, и тут в основном фирма твое. Эту я уже постирала, эти вещи я постирала. Здесь вот только что забрала, покажу. В общем, где-то 1,5 года назад я купила первую футболку фирмы твое, рублей за 300. И я, честно говоря, удивилась, что футболка была из такой толстой ткани, то есть реально она не просвечивалась. И я решила, думаю, ну слушайте, ну если так, то может быть стоит что-то еще посмотреть. И вот эту я заказала за 174 рубля. Я ссылочки внизу обязательно оставлю. Ну и она прям действительно вот плотная. Я еще заказала такую, она стоила где-то 300 рублей. Тут, кстати, М-ка, а тут С-ка. Вот. Но в основном оно все каких-то больших размеров. Это, конечно, уже не такая плотная. Но, тем не менее, вот так на лето или там под худи будет очень ничего. В принципе, мне нравится такой расцветка, да, принт ненавязчивый. А это такая прям плотная футболка, прям реально классная под там, под пиджачок, еще куда-то, в общем, ничего. Худи взяла за 1200. Кстати, изначально, вот я тут сохранила эти скидки, эта футболка стоила 800 рублей, а худи стоил аж 2900. Ну, блин, за 2900 реально дороговато, я считаю, а вот за 1200 самое то. Худи я взяла, там, размерная сетка была типа как из XS-ка, но оно, конечно, такое прям огромное, но оно прям мягкое, хорошее, то есть я вообще не пожалела, что взяла, и я реально до сих пор я в каком-то шоке от того, что качество неплохое, ну вот в сравнении, да, с ценой, потому что вот за 1200 никакой нормальной худи не купишь. Так, что у нас тут дальше? Так, а вот носочки еще купила. Так, носочки. Вот типа мишки зимние за 100 рублей. Ну вот такие носки за 100 рублей на следующую зиму. Мне кажется, очень классно. Или даже сейчас, на весну. А что, прикольно. Ну и 100 рублей, я считаю, что очень недорого. Так. И вот, кстати, еще. Значит, купила я, опять же, на следующую осень, зиму, себе свитер. Он, конечно, из акрила. Но он очень милый, он хорошо смотрится, и он стоит 385 рублей. 385 рублей. Вы знаете, даже если я его надену, ну, раз 10 от силы, это вообще будет классно. Ну, потому что, вот опять же, я вот много гулять буду в следующую зиму еще точно. Ребенок маленький. И все равно вот нужна какая-то одежда, нужен какой-то свитер. И я, честно говоря, просто вот, ну, как за 385 рублей не взять? И размер S-ка. Я не знаю, ну, у меня просто точно не эска размер. Не знаю, как вот отшивают, по каким лекалам. Так, и, наверное, уже тут последняя моя покупка. Здесь, значит, джинсы за 1800 я взяла. Тоже эска. И, кстати, самые вот обычные джинсы. То есть такие, они, конечно, узкие. И, слушайте, хорошая посадка. 1800, я считаю, вообще очень классно. Я просто вообще, для меня выбрать джинсы очень тяжело. То все не так, то все не эдак. И вот такие спортивные штаны за 900 рублей. Они такие тепленькие, с начесом. И, в общем-то, я решила, почему бы нет. А изначально они стоили 1800. Слушайте, ну вообще классно. В общем-то, вот такие штаны я купила. Так, остальное купила кое-что для душа. Сейчас вам тоже, наверное, все это смонтирую в один влог и покажу. Вот такие мы были покупочки. Всем спасибо. Так, ну и последнее. Вот полочку купила за 500 рублей. Помещается все. И шампунь, и гель для душа, и крючочек я на него повесила, да, мочалку. Крепится к штанге, ну или как он называется правильно, тропический душ. Сейчас аккуратненько покажу. Так что вообще все классно, ничего сверлить не надо. Раньше на присосках справа, вот осталась одна присоска, была полочка, но она, конечно же, отвалилась через полгода. А сейчас все классно. Ну что, всем спасибо, всем пока-пока.